Добрый вечер, дорогие друзья! Я всех вас с огромной радостью приветствую. И давайте начнем с того, что поставим плюсики или по десятибалльной шкале, как меня видно и как меня слышно. Замечательно! Друзья, я всех искренне поздравляю с наступившими праздниками, со светлыми праздниками, которые, в принципе, могут позволить нам добавить света, тепла, вдохновения, уверенности для осуществления наших целей. Говорят так, светлые праздники, в светлые дни нужно побольше мечтать, больше загадывать, потому что в эти дни усиливается все ради нас и ради нашей жизни. Итак, друзья, сегодня мы с вами встретились, и это первомайский вебинар, с чем я всех нас и поздравляю. А, как говорится, долго трудолюбивые, лучше храбрых, да? И сегодня наша тема – это весеннее питание, переход с весны к лету. Что есть весной, когда уже, в принципе, вокруг появляется изобилие фруктов, овощей, зелени. И мы все знаем, что первые весенние фрукты, зелень – иногда, помимо удовольствия, приносят не всегда лестные и приятные вещи для здоровья. И вторая наша часть, она будет посвящена нашему развитию и самым эффективным инструментам. Это спираль успеха, роль собой. И мы с вами сегодня, помимо моего присутствия, мы увидим специальных гостей, которые будут рядом с нами и поделятся секретами успеха. А сейчас, друзья, питание весной. Почему мы подняли сегодня эту тему? Потому что весна – это… как убрать музыку? Какую музыку, простите? У нас играет музыка в зале? Я просто, извиняюсь, перебила. Вопрос странный. Как убрать музыку? У нас вроде бы ничего не звучит. Ладно, хорошо. Почему мы решили поговорить о питании весной? Сейчас идет переход с весны к лету. Май месяц – потрясающий нежный месяц, когда все ярко-пестрое, ярко-зеленое, первая зелень, первые фрукты, первые овощи, первые впечатления и гастрономические. И, в принципе, наша задача – в современное время уберечь здоровье от количества нитратов, да, от количества химического сопровождения, которое идет в зелени. Это с одной стороны. И с другой стороны, даже если по качеству все в порядке, нам нужно знать законы физиологии, почему в переход с весны к лету особо принципиально важно поднимать уровень иммунитета, давать полноценное клеточное питание, потому что это наша способность выносливости, энергии, активности иммунитета. И еще один вопрос, который мы параллельно затронем, это коррекция массы тела к лету, да? Как 1 июня встретить уже в грациозном состоянии, потому что весеннее питание, оно по умолчанию направлено на то, чтобы мы были здоровые и молодые, красивые, стройные. Итак, друзья, переходим. Давайте просто вспомним, что мы с вами находимся в компании «Коралловый клуб», ценностью которой является здоровье каждого из нас, качество здоровья, качество самочувствия абсолютно каждого из нас. И нашим интересным, потрясающим инструментом является концепция здоровья. Концепция здоровья – это алгоритм, благодаря которому мы каждый день можем в совершенном виде восстанавливаться, сохраняться. И просим, что каждый день нам нужна вода. Роль воды незаменима, мы, в принципе, до 80% состоим из жидкости. Нам нужна еда, нам необходимо клеточное питание, как строительный материал, ресурс, благодаря которому мы будем с вами восстанавливаться, сохраняться и, в принципе, иметь способность друг на друга смотреть и чувствовать себя прекрасно. Нам важен закон очищения. Вот сейчас было потрясающее время Большого Великого Поста. В это время было удобно пройти очищение, однако закон очищения не имеет времени. Закон очищения мы можем применять абсолютно всегда, каждый день, или расписать свой календарь здоровья. Кто-то идет по программе 90 дней, кто-то идет по программе 6 месяцев, 9 месяцев, кто занимается профилактикой всех 12 систем по очереди, и в каждой системе присутствуют продукты, которые будут способствовать клеточному очищению.
Следующий закон, четвертый закон, это роль защиты. Мы с вами несколько дней назад, в апреле месяце, да, уже говорили о законе защиты. То есть сейчас мы сидим с вами в одеждах и защищаем внешние клетки. А нам с вами также необходимо и жизненно важно заниматься защитой внутренних клеток. Защищая внутренние клетки от разрушения, от воздействия, мы тем самым поднимаем уровень иммунитета и поднимаем способность дольше жить и находиться в более активном состоянии. Итак, друзья, а теперь немножечко поговорим о сезонном питании. Сейчас наступил май месяц, и все прекрасно знают, что май заманчив. Хочется вкусности, хочется первой свежести в виде зелени, овощей, фруктов. И в то же время хочется максимально уже раздеться, скинуть зимние одежды, переодеться в летние. И, как правило, в мае месяце там один из самых низких уровней иммунитета у абсолютно каждого человека. Потому что от периода зимы уже мы отошли, организм начинает менять температурный режим, водный режим. К смене температурного и сезонного режима наш организм отдает еще больше воды, влаги и еще больше минерализации. Поэтому наша задача каждый день создавать условия, чтобы мы минимально затрачивали излишнюю воду и излишнее питание. И, в принципе, есть золотое правило, правило четырех сезонов. Соблюдать режим воды и клеточного питания, то есть соблюдать режим здорового образа жизни, очень активно и активнее в переход весны к лету, от лета к осени, от осени к зиме и от зиме к весне. И вот в конце зимы мы с вами говорили о том, как перейти правильно к весне. А теперь мы будем говорить о лете. Итак, друзья, переходим далее. Итак, давайте вспомним, что мы результат того, что мы едим. И питание каждого дня определяет, как мы будем чувствовать себя и как мы будем видеть, и как мы будем выглядеть завтра, определяет то, что у нас находится в тарелке. Давайте вспомним, просто вспомним, что каждый день нам нужны аминокислоты. 28 групп, среди них 8 незаменимых. Мы состоим из аминокислот, и вообще, в принципе, все, что мы употребляем, еда, вода, сон, кислород, это все ради того, чтобы построились аминокислоты. У нас будут следующие темы, следующие дни посвящены конкретно аминокислотам и КАМ, чтобы мы в этом разобрались и были грамотны в вопросах своего строения, потому что мы существа белковые, и нам об этом нужно помнить, и ни в коем случае белкового питания себя не лишать. Следующая группа – минералы. Минералы, 15 групп, они выстраивают в правильном порядке аминокислоты. В принципе, минералы – это как группа строителей, которые разносят кирпичики по пунктам назначения и выстраивают правильно. Перегородки, этажи, да, клетки, ткани и так далее. Для того, чтобы минералы построили аминокислоты, нам нужны витамины. Вита – жизнь, кого минералов, или еще более точным – вит – жизнь, кого аминокислот. То есть это энергия. Витамины мы употребляем ради естественной органической природной энергии. Это как кнопка пуск, которая выстраивает, дает энергию минералам, и минералы выстраивают в правильном порядке аминокислоты. Следующая категория – питание микроэлементов, которые должны попадать в наш организм обязательно. Это полиненасыщенные жирные кислоты, омега-3, 6, 9, а также группа лецитин. Вот сейчас мы друг на друга смотрим, одни клетки погибают, другие рождаются. И только от нас зависит, будет здоровая клетка или нездоровая клетка. И 50% рождения новой клетки, а если быть точнее – рождение мембраны клетки, а мембрана – это хранилище и накопитель энергии, благодаря которой мы живем каждый день. Так вот, 50% рождения новой мембраны клетки зависит от жирных кислот. Представьте, что половина нашего тела – это роль жирных кислот, и она незаменима. И следующая составляющая – это ферменты, друзья. Ферменты – это прорабы в нашем строительном процессе. Это кнопка пуск. Это то, что запускает жизнь и
процесс всех 12 систем одновременно. Поэтому очень важно, чтобы все 7 групп ферментов присутствовали в нашем рационе. Вообще, если взять наш стол и прием пищи, 70% это ферменты, 30% все остальное. И во главе всего, конечно, стоит вода. И мы сегодня будем говорить о продукции кораллового клуба, потому что про то, что мы сегодня имеем возможность употреблять, принимать свой рацион питания, правильную, живую, идеальную воду, которая дает секунды жизни и работает с водой и с жирорастворимыми токсинами, у нас есть также возможность употреблять живую, органическую, правильную, здоровую еду, которая будет являться качественным строительным материалом. И давайте поговорим буквально в двух словах о преимуществах. Почему же питание Coral Club? Первое, потому что вся продукция Coral Club фактически, да, абсолютно всем людям на планете с нуль возраста. Есть просто продукты, которые очень активны, и они, например, маленьким детям просто ни к чему в силу их возраста. Детки и так активны, и для них не надо форсировать события, они так фору по энергии дадут абсолютно каждому. То есть, первое, подходит абсолютно всем. Второе, органическое, глубокое, глубинное содержание, которое наш организм питает от макушки до кончиков пальцев. Третье, быстрое усвоение. Друзья, если мы кушаем еду, которая быстро усваивается, значит, мы сохраняем жизненную энергию. Это нам позволит быть более выносливым, обладать высокой стрессоустойчивостью, не терять запасы, из мощи иммунной системы, не терять минерализацию, вообще свои запасы из нашего собственного тела, молодости и красоты. Поэтому это очень важно, когда еда усваивается в течение 15-25 минут, то, чем обладает продукт в коралловом клубе. Следующий пункт – это очень удобно. Мы живем сегодня в мире скорости, и для нас очень важно сохранять время. Не сокращать, а сохранять. Потому что сегодня хочется много всего успеть. И как удобно взять с собой либо кофе, да, либо батончики, либо капсулированную еду, либо чай, либо какую-то смесь. Быстренько где-то это сделать и в течение 5-10 минут совершить прием пищи, при этом который усвоится в течение 15-20 минут, поднимется энергия, поднимутся силы, и при этом следующий показатель – это еще вкусно. То есть, повторим, подходит всем, органическое правильное содержание, причем такого объемного масштаба, который питает нас от макушки до кончиков пальцев и подходит абсолютно каждой клеточке в нашем организме, быстро усваивается, это удобно и это вкусно. Это все несет кладезь здоровья, потому что очень важно, чтобы то, что мы употребляли, на то, что мы затрачивали средства и время, приносило нам пользу. Это очень важно. У нас есть разная форма еды. Первое, у нас есть продукты, улучшающие для качества питьевой воды. Мы о них знаем, да, Coral My, наш 500, гидроцель, микрогидрин, Coral Detox, упаковка жизни. У нас есть с вами еда в форме батончиков, соки, чаи, капсулированная еда, коктейли, что, в принципе, подвластно готовить абсолютно разные блюда. И, в принципе, у нас есть комплексные системные очистки организма, которые также являются едой, но имеют такой широкий спектр, организм не просто накормить, а еще эффективно очистить. И сейчас, друзья, мы с вами перейдем к той линейке продукции, мы перейдем к программе, конкретно программе, которая позволит нам сохранить иммунитет, восполнить весенний период и в любой другой самым эффективным образом минерализацию и всю линейку микроэлементов, которые нам нужны каждый день. Эта программа позволит поднять иммунитет и скорректировать тело. То, о чем мы сейчас будем говорить, вы можете взять листок бумаги, можете сфотографировать экран, следующий слайд. И мы с вами переходим и будем говорить о каждом продукте самые важные вещи. Итак, друзья,
Эта программа, это не значит, что это панацея, с одной стороны. Это не ответ на все вопросы, это эффективная, оптимально эффективная программа, которая позволит в течение мая месяца ответить на многие вопросы. И поэтому вы эту программу можете добавлять, вы можете ее расширять, вы можете экспериментировать. Просто есть продукты, которые эффективны, и в сочетании, которое мы сегодня представили, дает потрясающие результаты. Итак, друзья, первый пункт у нас Coral Detox и Гидросель. Coral Detox, я пока подожду, пока вы перепишете, да, или сфотографируете, чтобы перейти к следующим слайдам. Coral Detox и Гидросель. Что такое Coral Detox? Это упаковка из 4 продуктов. Вы можете взять ее в одну упаковку, можете взять ее в разборе, если в вашем городе нет на данный момент этой упаковки. В упаковку Coral Detox входит 4 продукта. Первые продукты – это CoralMine, да, минеральная композиция для воды, и антиоксидант H500, которые потрясающе преобразовывают воду, которую мы пьем, и внутри нас работают уровнем водорастворимых токсинов, то есть наводят в водном пространстве аквариума чистоту и порядок. Вторые 2 продукта – это Coral Lecithin и продукт Ассимилятор, которые работают с жирорастворимыми токсинами внутри нас. Плюс Coral Lecithin – это прямое попадание в печень, в клетки, в мозг, это наш иммунитет, это рождение новых клеток. И Ассимилятор – это самая мощная, самая большая группа ферментов. Как говорится, как мы привыкли выражаться, это самая эффективная кнопка запуска. Гидросель. Гидросель можно добавлять к любой программе. Гидросель можно в качестве дополнения и, скажем так, атрибута носить с собой в течение 24 суток. Гидросель – это жидкая форма минералов, калий-магний-натрий в жидкой форме. И когда мы добавляем это в питьевую воду, вода становится очень мягкой, текучей. То есть водичка становится проницаемой, способной смягчить ткани и пробраться в самые-самые... наверное, затаенные уголочки, которые уже либо не дышат, либо повреждены внутри нас. Плюс гидросель делает воду очень вкусной, да, а гидросель даже как-то меняет вкус воды в лучшую сторону, поэтому с гидроселью хочется пить водички все больше и больше. А также гидросель можно добавлять в любой чай, питок, соки, которые вы употребляете в коктейле. Следующий пункт – это зеленый белок. Зеленый белок – это неотъемлемая часть и это важная составляющая для нашей крови, для нашего организма. А кровь – красная река жизни. В принципе, она должна быть в полном порядке, как на уровне ее структуры, так и на уровне клеток. Поэтому в нашей компании представлены ряд продуктов. Это спирулина, хлорелла, веган-шейк, коктейль веган-шейк, коктейль грин-грин, комплекс 24/7, в принципе, в люцерне. Да, также находится белок, аминокислоты. И, друзья, если поговорить о каждом продукте, это можно, ну, в принципе, отдыхи абсолютно каждому. Просто давайте обозначим в такой мерке, которая нам будет доступна каждому. Вот спирулина. 1 грамм спирулины, это 1 грамм чистейшего белка в виде спирулина, который добывается просто с водного пространства, из глубинного пространства для нас. Это целая потрясающая система добывания спирулины, преобразования и подачи их нам. Так вот, 1 грамм спирулины заменяет 15 свежевыжатых морковных фрешек. Вы представьте, сок, да, свежевыжатый сок морковный, 15 стаканов выпить за один раз, даже за один день. Во-первых, сколько моркови надо, ее качество. Я думаю, что на третий день уже морковный фреш в 15 стаканах будет где-то уже подступать к горлу. Поэтому 1 грамм спирулины способен дать питание, состояние, кислород, качество всему организму от макушки до кончиков пальцев. Я буду выражаться максимально словами народными, чтобы это было понятно и вам, и мне. Далее, друзья, следующая группа – это группа аминокислот, наши 2 потрясающих продукта – противики или биошейк. Противики – самый большой комплекс аминокислот в одной банке, да, в одной упаковке. Это самая облегченная форма, причем с одной стороны самая облегченная, с другой стороны одна из самых широких по аминокислотам.
И я думаю, что сейчас в нашем веб-зале есть люди, которые любят противити и могут поделиться результатами просто, скажем так, потрясающим количеством. И противити – это продукт, который усваивается очень быстро, потому что очень эффективно микроэлементы, скажем так, спрессовывать в капсулы. Это одна из самых долгохранящих формул. Капсулированная формула, она позволяет сохранить максимальное количество микроэлементов в стопроцентном качестве. Поэтому капсулированная еда – это направление, которое требует действительно внимания и уважения, так как быстро усваивается и обладает самой большой концентрацией микроэлементов, важных для нас. Биошейп – аналогичная группа, это группа аминокислот, в сопровождении которых есть микроэлементы, которые снимают тягу к сладкому, участвуют максимально эффективно в коррекции массы тела. Противити биошейп кушается в минимальной программе, это на 10 килограмм одна капсула. Следующий комплекс 24/7. Искренне уважаю этот продукт, потому что он настолько комплексный. То есть, поэтому комплекс 24/7 не зря как бы сказан, потому что в этом продукте витамины, минералы и даже есть группы аминокислот. Поэтому 24/7 это продукт, который может даже на какое-то время, если под рукой ничего другого нет, заменить минимально эффективное клеточное питание. Если у вас будет Coral Detox, гидроцель, комплекс 24/7, то это будет потрясающий полезный месяц, который помимо энергии даст еще хорошие результаты по здоровью. Следующее. Полезные бактерии и пробиотики. Мы об этом говорим очень много. Полезных бактерий и пробиотиков, друзья, много не бывает. И наша задача – это каждый день. С момента, помните, мы говорили, как с момента беременности женщины, с момента рождения ребенка подселять полезную дружественную флору. Дружественная флора каждую секунду борется с недружественной флорой. Если больше полезной флоры, у нас иммунитет сильнее. Если больше агрессивной формы, наш иммунитет ниже. Поэтому если у вас, друзья, на столе будет стоять и мега-ацидофилус, и биокурунда, и корал-пробиотик, и коктейль-проволокно, у вас будет замечательный иммунитет, потрясающе красивое тело, потому что работа кишечника – это напрямую чистота организма и напрямую, то есть перистальтика, да, и напрямую коррекция массы тела. Мы будем всегда совмещать сегодня два этих понятия – здоровье и коррекция, потому что скоро лето, мы сбросим сейчас вещи и, как говорится, цыплят по осени считают. Да, и посмотрим, как мы прожили зиму. Далее, друзья, шестой пункт у нас – Coral Carnitine и Enduramax. Мы написали эти два продукта вместе, потому что если мы хотим с вами максимально поработать с жировым обменом, у нас есть три обмена, углеводный, жировой, да, часто говорят, нет, извиняюсь, жировой отдельно, углеводный, жировой и белковый, плюс у нас еще есть водный обмен. Так вот, Coral Carnitine, Enduramax потрясающе, потрясающе работают с углеводным и жировым обменом. Это продукты, которые феноменально работают с сосудами, с венами, с тканями, с уровнем кислот, с уровнем солей, холестерина, холестериновых бляшек. То есть это те продукты, которые запускают кислород и позволяют, создают условия, чтобы организм максимально высвобождался от неполезных вещей, которые накопились, да, неполезных составляющих, и максимально сконцентрировал нас на полезной флоре, на полезных микроэлементах. Поэтому Coral Carnitine – потрясающий продукт, который вырубаждает чистую энергию из наших жиров. У нас есть внутренний жир и есть внешний жир. И внутренний жир, и внешний для нас очень важны. Это наш обмен веществ, это наш метаболический обмен. Скажем так, это нас зимой согревает, летом охлаждает. Это наша жизнедеятельность. Поэтому жировой обмен – это очень важная для нас составляющая. И вот Coral Carnitine и Enduramax потрясающе с этим срабатывает, плюс еще дают очень много энергии. И у кого есть, например, вопросы, друзья,
К примеру, сердечно-сосудистая система, корал карнитин, эндурамакс, поставьте их на стол 2-3 месяца. Причем карнитин, самая минимальная дозировка на день, в день, это 8 капсул. А если вы будете кушать 8 капсул 2 раза в день, особенно совмещать с тренировками, вы почувствуете потрясающий эффект, а для тех, кому нужно скорректировать вопросы по здоровью и по массе тела, это будет заметно уже через неделю-две. Эндурамакс аналогично. Если мы хотим результат, поставили эндурамакс по 2-3 месяца, по 2 капсулы 2-3 раза в день. Следующее, друзья, коктейли. Коктейли – это шикарный блок еды. Мы с вами привыкли вкусные еды чувствовать. Нам нужно, чтобы это было плотно, вкусно. Нам нужно все равно поглощать какие-то волокна. Нам необходимо все равно что-то пожевать. И, в принципе, чтобы пожевать, с этим потрясающе справляются батончики или ваша социальная здоровая еда. А вот чтобы восполнить организм микроэлементами, это было вкусно, это наши коктейли. Я сейчас вкратце расскажу о каждом, о котором мы представили. А вы, в принципе, для себя сделаете выбор. Итак, коктейль «Проволокно» – это клетчатка, да, растворимая и нерастворимая. Это все цельнозерновые культуры, максимальное количество цельнозерновых культур – это чистая энергия. Друзья, проволокно – это фундамент. И те люди, которые, те потребители, которые употребляют проволокно достаточно долго, и если его в доме нет, это заметно и по вкусовым качествам, и по многим вопросам самочувствия. Потому что проволокно – это режиссер всем режиссерам. Проволокно участвует напрямую в строении ткани, в строении ткани. Вы представляете ткань органа? Представляете, что вот как выглядит орган, как выглядит строение ткани? Так вот, проволокно является моментальным ресурсом, строительным материалом для построения новых тканей, здоровых тканей. У Галины Великовой вопрос. Коктейли – это же не основной продукт. Коктейли – это один из основных продуктов. У нас нет, Галин, не основных продуктов. У нас есть продукт, улучшающий качество питьевой воды, и у нас есть продукты здорового органического питания. И вид и форму питания вы можете выбрать сами. Мы просто сейчас говорим о том, что коктейли для тех, кто, например, заменяет прием пищи, этот прием пищи должен быть ощутим. Да, мы только поговорили, что хочется вкусного, плотного, иногда даже что-то пожевать, то батончики и коктейли с этим хорошо справляются. Далее, проволокно. Проволокно можно, продолжаем о проволокне, проволокно можно кушать в течение дня, когда хотите. Если мы будем пить проволокно на воде на ночь, у нас работа ЖКТ будет идеально. Если мы будем давать проволокно с утра, у нас работа ЖКТ будет также идеально, но у нас еще будет кладезь энергии, потому что с утра наш организм ищет энергию через еду. Следующее, коктейли бьюти. Давайте я, наверное, покажу следующий слайд, чтобы нам было повеселее. Посмотрим на продукт. Коктейль бьюти, друзья. Коктейль бьюти, бьюти шейк, да, делишенс. Это действительно делишенс. Во-первых, это очень вкусно. Мы можем даже сразу начать со вкусов. У нас есть и вкусы шоколадный и ваниль. И каждый вкус уникален. Плюс это коктейль, который творит чудеса. Состоит из растительного коллагена, протеинов бурого риса и чистого сывороточного белка. Плюс помогательные минералы и микроэлементы. Один стакан коктейля заменяет полноценный прием пищи. Друзья, мы 2 месяца испытываем этот коктейль и испытывали его в разных ипостасях. То есть мы взяли и поставили эксперимент, что мы в течение 2-4 недель будем есть все, что хотим. И посмотрим, что с нами произойдет. Результат таков, что за это время нас было несколько человек, 5-6 человек. И вот абсолютно каждая из нас от 4 до 8 килограмм за месяц потеряли вес. При всем при том, что ели те продукты, которые не употребляли ранее или употребляли в виде исключения, там пирожные,
торты, мясные продукты, каждый там в течение нескольких дней подряд, например, молочные продукты, мучные какие-то. Возьмите, проверьте. Плюс улучшается умственная способность, как с коктейлями бьюти, физическая способность. Друзья, кожа, волосы, ногти, глазки меняются просто на глазах. И месяц-два мы ели эти коктейли и едим каждый день. И когда мы встречаемся с людьми, с которыми мы какое-то время не виделись, ни слова бахвальства, нам абсолютно каждому, кто ест эти коктейли, говорят, что как вы поменялись, как вы посвежели и похорошели. И не только мы, друзья. Коктейли бьюти – это действительно эликсир молодости. Помимо того, что это кладезь здоровья, это еще эликсир молодости. Следующий коктейль – веган-шейк. Вот видите, веган-шейк – тропические фрукты. У нас в верхнем углу. Обожаю этот коктейль, потому что он дает великолепную сытость. Вот если у кого есть привычка много есть, организм нужно перехитрить. Ему, организму нужно дать хорошее питание, но сытное питание. И вот веган-шейк, друзья, вот кому нужно снизить количество в рационе питания, кому нужно перейти на другую систему питания, кому нужно скорректировать массу тела и поднять уровень иммунитета, возьмите веган-шейк и пейте его с утра, в первой половине дня. Можно совместить проволокно, веган-шейк, можно на воде, на молоке, на кефире, на ряженке, на фрешах, как хотите. Но веган-шейк в первой половине дня поможет вам снизить аппетит и снизить тягу к сладкому, например, у кого большая тяга. Следующий коктейль, он здесь не представлен, это коктейль после 30. Коктейль после 30 – это совершенная формула, которая позволяет нам повернуть время вспять. Вот коктейль после 30 – это настоящий эликсир молодости. И очень видно людей, которые употребляют over 30, то есть коктейль после 30. Я сегодня не буду много об этом рассказывать, но скажу так, что наш организм до 25 лет рос. И шло все в рост. До 25 лет, а в 25 лет организм закрывается и переходит в состояние сохранения того, что выросло. И вот в 25 лет идет первый отсчет о здоровье, о внешности, о самочувствии. Возможно, уже до 25 вопросы по здоровью возникли, но в 25 лет наступает первый отсчет. И наша с вами задача продолжать давать ресурс в виде питания, который позволит организму качественно сохранять и восстанавливать то, что уже выросло. И вот коктейль после 30 – это потрясающая формула. Его в настоящее современное время с нынешней водой, едой и экологией уже можно кушать с 25 и ранее. Это потрясающая витаминно-минеральная формула с аминокислотами, которая является великолепным условием для омоложения организма, для восстановления организма, для иммунитета организма, для умственной способности. Over 30 нужно добавлять в любой коктейль, а если вы будете его пить на воде на ночь, вот, например, проволокно over 30 на воде, размешали в блендере, в шейкере или в блендере и выпили грамм 100-200. Это будет другое утро, это будет вообще это будет другое тело, другая внешность, другое здоровье. Это будет другое настроение, потому что коктейль после 30, как и коктейль бьете, очень заметно отражается на настроение, оно становится более радостным. Это не сказка, это действительно, об этом очень многие говорят. Мы думали, что это шутка изначально, а потом все-таки заметили, что качественная еда, которая попадает сразу в клетку, она же дает энергию. А энергию она дает всему организму, значит, организм становится действительно бодрее, энергоемкие и веселее. Друзья, можно еще говорить долго и о коктейлях овощи плюс, и коктейль грин-грин. У нас потрясающая линейка коктейлей, которую нам руководство компании обещает еще далее расширять и удивлять нас. Мы с нетерпением всегда ждем новые новинки, потому что всегда что-то новое, это новое гастрономическое приключение и новая грань здоровья. Что еще можно добавить? Вот к тем продуктам, которые мы с вами записали, замечательным будет, эффективным будет добавление таких комплексов, как селен, витамины Е,
цинк, то есть отдельная группа витаминов, кальций-магний комплекс, кальций-меджи, жевательный кальций. Вот эти группы витаминов, они будут только приятным дополнением, они будут мудрым дополнением, потому что что нам сейчас нужно в мае месяце? Нам нужна энергия, нам нужен чистый строительный материал и энергия. И те продукты, которые мы назвали в оптимальной, скажем так, в оптимальной норме, нам это предоставят. И, конечно, я Белурон, я всегда о нем говорю и буду говорить. Белурон – это продукт вне сезона. Белурон уместен зимой, весной, летом, осенью. А если мы сейчас весной, у многих, мы, это как бы тема не запланированная, но упомянем о ней. Сейчас весной у многих людей, у кого есть вопросы с костно-мышечной и опорно-двигательной системы, в переход с сезона в сезон, в любой, зимы на весны, с весны к лету, от лета к осени, всегда идет, знаете, как забор минерализации. А где больше всего минерализации в организме? Костно-мышечная, опорно-двигательная система и ее как бы составляющие, которые также накапливают много микроэлементов. Это кожа, зрение, волосы, ногти, зубы. И заметьте, да, в переход из сезона в сезон эти системы, которые я назвала, они как-то немножечко страдают, дают о себе знать. Поэтому сейчас вот комплекс, о котором мы поговорили, будет просто эффективно и правильно добавить гиалурон. Гиалурон сейчас поможет всем этим системам, плюс это будет также являться питанием для коррекции вопросов и здоровья, и массы тела. Мы об этом уже говорили, и в принципе сегодня возвращаться уже к этому не будем. Так, друзья, теперь немножечко о результатах. Мы всегда завершаем результатами, и я расскажу о результатах относительно продуктов, которые мы сегодня озвучили, да, которые мы немножко разобрали. Вот эта программа, она пропущена через нас. У нас внутри организации мы всегда себя держим в тонусе, и у нас проходят внутри организации, внутри команды всевозможные конкурсы и марафоны. Например, «Измени себя за 14 дней», что максимально помогает эффективно участвовать в «Измени себя за 4 месяца» в проекте компании. И вот эти программы мы всегда применяем. И за последнее время у нас очень много победителей, потому что ряд людей, которые очень эффективно скорректировали массу тела. Вот у нас есть около 10 человек, которые скорректировали массу тела в объеме от 4 до 12 килограмм. Причем очень спокойно, без отрыва от производства, без надрыва, без насилия над собой. Через комплексное питание, через программы. Далее у нас еще много результатов по здоровью. Вот этот комплекс программ позволяет нормализовать давление. Да, давление в организме, я так и выражусь, да, давление в организме много. Или причин, вызывающих давление, достаточно много. Оно не одно, то есть там кровяное, да, или сосудистое. Есть почечное, печеночное, легочное, вегетососудистое. Так вот этот комплекс, у нас есть несколько человек, которые сообщили нам радостные новости, что они действительно избавились от давления. Ну, по крайней мере, его нормализовали, это будет правильно сказано. Ну и, в принципе, по костно-мышечной системе мы каждую неделю, каждую две мы собираем результаты. Потому что здоровье костно-мышечной системы и опорно-двигательной – это здоровье всего организма. Потому что если будут вопросы с этими системами, они будут подтягивать здоровье других систем. Друзья, я на этой точке наш первый блок завершаю. И, в принципе, хочу просто пожелать, чтобы на столе у каждого было изобилие здорового питания. Потому что здоровое питание на столе в нашем доме – это, в принципе, не просто залог здоровья, это залог счастья, это повод к развитию. И на торжественной ноте развития мы с вами переходим ко второму блоку. Я его начну, а потом представлю специальных гостей, которые сегодня в нашем зале пришли, находятся, чтобы поделиться, что такое.
такое спираль успеха, и что это за люди, мы узнаем позже. А сейчас, друзья, давайте, скажем так, озвучим наш второй блок. Роль событий как эффективный инструмент для развития каждого из нас. Что нужно делать, чтобы на летний форум приехать с 8 и более рождающимися участниками? Почему, друзья, мы назвали именно так? Первое. У нас почему вот мы обозначили 8 участников? Что нужно делать для этого? Вы можете, в принципе, в графе нашего чата написать вопросы, которые мы можем сразу затронуть именно по роли событий, по как там оказаться с людьми, как пригласить. Вы, в принципе, можете задавать вопросы или какие-то другие вопросы по развитию, и мы будем их как бы вкручивать, да, затрагивать между этим, чтобы эта встреча, раз мы с вами уже уделили друг другу время, чтобы она была максимально эффективная. Итак, роль событий, друзья. Роль событий, она незаменима, назовем так, как бы это банально ни звучало. События – это главное, один из важных инструментов для построения организации, для развития роста поворота, для перемещения из пункта А в пункт Б. Давайте передвинемся, да, и будем разбирать по пунктам, что же такое событие. Итак, я абсолютно точно знаю, что все лидеры в компании «Коралловый клуб», все успешные бизнесмены, все люди, которые на виду и на слуху, и успешные лидеры в компании, которые нам кажется, что они родились успешными, друзья, их секрет лежит в событиях. Я не знаю ни одного успешного человека, который бы не развивался через события. События – это место высшей лиги. Это место, где можно из лавки, да, с лавки юниора переместиться в чемпионат высшей лиги, только бизнеса. Почему? Потому что любое событие, первый пункт, открывает видение бизнеса, видение направления, которое мы с вами избираем. То есть простые примеры, мы о них слышим очень часто. Мы знаем, что, например, юниор по хоккею, он обязательно находится на мероприятиях, на чемпионатах высшей лиги хоккея. Он не ездит на тренировки к балеринам. Он не посещает хоккеист-семинары по стоматологии. Он находится там, где успех, и впитывает как губка видение высшего спорта, да, высшей лиги хоккея. То же самое, друзья, происходит и у нас, мы ничем не отличаемся. Бизнес как спорт, обратите внимание. Для спорта нужно место для тренировки и тренер. Место «Коралловый клуб», тренер – наши наставники. И место повышения квалификации – это событие, друзья. Что и требовалось доказать. Если мы хотим что-то поменять, нам нужно быть на событии и сложить собственное видение о бизнесе, который мы хотим избрать. Даже если мы не ставим цель рассматривать бизнес, развитие в «Коралловом клубе» как дело, но принять решение и сложить собственное мнение о том, почему я с этой компанией занимаюсь здоровьем, почему я в этой компании ем продукт, что это за компания, кто представляет эту компанию, что это за место, где такие потрясающие результаты есть. И тем более, если мы хотим открыть для себя видение бизнеса, это событие, где фактически мы получаем бизнес под ключ. Следующее, друзья, энергия. Где взять, где, скажем так, набраться энергии для развития в этом, ну, скажем так, в этом же самом бизнесе? Где? Чтобы взять энергию для развития в этом направлении, мы не можем взять энергию в бизнесе совершенно другой там формы видения и направления. То есть, если мы развиваемся в «Коралловом клубе», опять же, мы не можем пойти, допустим, в мастерскую по изготовлению одежды для балета, например. Мы
там не возьмем энергию, нам это может быть понравится, да, но мы энергию не возьмем. Поэтому событие – это место силы, это место энергии. Для меня это всегда как электростанция. Мы как батареечки приезжаем, мы подзарядились и пошли, да, дарить энергию далее. То есть на этой энергии развиваться. В принципе, энергия, которая дается на событии, ее достаточно на ближайшие 2-3-4 года, чтобы максимально эффективно вложиться в развитие. Потому что, помните, да, наше развитие – это 10% текста, 90% энергии и отношения. И очень часто задают вопрос, так где же брать энергию? Как минимум на события, друзья. Безусловно, энергия – это мы сами. У нас была прошлая тема «Энергия бизнеса». Энергия – это мы сами, наша жизнь, наши цели и страсть к нашей жизни, к нашим целям. Но чтобы подхватить, скажем так, эту цель, нам нужна энергия извне. Это события, друзья. Третий пункт – вдохновение. Вы знаете, самым лучшим вдохновением являются истории успешных, живых, реальных людей, согласитесь. И, в принципе, когда мы на сцене таких людей, как мы, и людей, которые, и людей, знаете, которые проходят мимо нас каждый день тысячами, вот это самый большой вдохновляющий фактор на любом событии. Поэтому событие как место вдохновения – это лучшее место. Стереотипное мышление. В принципе, четвертый, пятый пункт можно обозначить в один. Событие – это место, где можно поменять стереотипы и развернуть свой ракурс мышления. По этому поводу я всегда люблю рассказывать свое собственное наблюдение. У меня всегда был вопрос, почему же есть люди, которые делают меньше действий, например, чем мы, а на них просто деньги сыплются в достатке каждый день. Это состоятельные люди. А есть люди, которые знают больше, учились больше, делают действий больше, а у них все меньше, меньше и меньше. Оказывается, друзья, что это все влияние мышления, влияние стереотипов, влияние границ, да, шестой пункт. Границ, которые мы сами себе устанавливаем. Так вот, событие – это место, где можно качественно, быстро, скорости, эффективно раздвинуть границы и стереть грань между мышлением бедного и богатого человека. Седьмой пункт, друзья, окружение. В свое время, 6 лет назад, первое, что меня впечатлило на моем первом событии, это была Алушта 2010 года, директорское мероприятие, где было более 700 человек, это окружение. Друзья, когда заходишь в зал и видишь 700-800 тысяч людей с потрясающей энергией, с блеском в глазах, пышущих здоровьем, и самое главное, что у всех 700 спрашивают, как дела? А тебе говорят, хорошо, и будет еще лучше. Все успешные люди выросли на событиях, в окружении успешных людей. 1-2 дня в окружении людей без границ, с другим мышлением, с правильными стереотипами, да, стереотипы, которые позволяют в скорости переместиться из пункта А в пункт Б, то есть из статики в состояние состоятельности – это событие, друзья. Это окружение, это окружение, которое помогает дать на события. Поэтому вот все те, кто уже едут сейчас на весеннюю волну в Киев, кто уже зарегистрировался на форум, возьмите с собой максимальное количество людей, чтобы вместе оценить и насладиться окружением на события. Впитывайте просто как губка, как эти люди живут, как они мыслят, что они делают, особенно отношение ко всем ситуациям, которые происходят у этих людей каждый день, потому что это тоже живые люди. Следующий пункт, друзья, принятие решения. Событие – это место, где можно сложить качественно свое мнение и принять решение, быть или не быть. Просто пить и есть с компанией «Коралловый клуб» и заниматься здоровьем. Или еще прикоснуться к развитию,
в этом месяце. Событие – это место, которое позволит в самые сжатые рамки принять решение, друзья, это будет ваше решение, не чье-то извне, не решение ваших партнеров, которые уже приняли, это будет ваше с вами решение. Моя история такова, что 6 лет назад на этом событии я приняла решение и здесь состояться, не просто попробовать, а здесь состояться. Событие было трехдневное, и во второй день я уже четко понимала, что это место, это люди, это компания, это ценность, это идея, с которой можно состояться абсолютно каждому человеку. Поэтому, друзья, у нас в плане есть шанс принять решение сами. И девятый пункт, да, и сложить свое мнение. И, конечно же, начать свою новую историю. Что такое новая история? Это когда, знаете, как ты в нашей потрясающей книге жизни, которая складывается изо дня в день, просто перелистывается новый чистый листок, и пишется история нового человека с потрясающим здоровьем, активного долгожителя, и человека, состояние которого измеряется в огромное количество благодарных людей. И за это, за благодарность людей, за результаты людей компания «Коралловый клуб» вознаграждает очень щедро каждого из нас. И знаете, как вот этот дух победы и состоятельность хватит еще нашим предкам. Давайте сфокусируемся, что делать. Впереди у нас, мы сегодня будем говорить о событиях, которые нас ждут. Давайте вспомним, просто перечислим, что мы знаем на слуху. Перед началом вебинара мы показали весь видеоряд событий, которые были, да, и которые нас ждут. Нас с вами ждет 21-22 мая весенняя волна в Москве. Нас с вами ждет 2-3 июля летний форум, да, годовщина компании, самая грандиозная компания. Мероприятия в компании, которая проходит один раз в год. Друзья, для самых амбициозных и для тех, кто уже принял решение быть состоятельным, счастливым и радоваться вместе с нами, это круиз по Средиземному морю в феврале 2017 года. И для людей, которые, знаете, как хотят свою жизнь превратить просто в потрясающее, вдохновляющее волнение от того, что захватывает дух, это Мальдивы в апреле 2018 года. И для того, чтобы... Но это же, скажем, событие, это не самоцель, это маяк. Это маяк, это фокус, что мы делаем правильно, что мы на правильном пути. Ведь, друзья, Мальдивы 2018 года, это будет уже говорить о том, что каждый из вас уже находится в доходе, ну, у каждого из вас доход от 5000 долларов. У вас уже под подъездом стоит потрясающий автомобиль Mercedes, потому что вы стали участником автопрограммы. Это будет говорить о том, что вы уже и ваши партнеры уже совершили круиз по Средиземному морю. Это будет говорить о том, что вы и ваша семья уже живут в другом достатке. Поэтому первая задача, да, первое решение, вот задали вопрос, как стать золотым директором к летнему форуму. Все элементарно, друзья. Сейчас 21-22 мая будет весенняя волна в Киеве. И каждому из нас нужно сложить свою статистику. И как показал многолетний опыт наших основных партнеров, наших наставников, наши наставники открыли такой маленький секрет статистики, приоткрыли дверь вот в то будущее, чтобы определить путевку на Мальдивы, чтобы определить путевку в состоянии и в достаток. Давайте вместе поставим цель, что каждый из нас на самые все ближайшие мероприятия будет приглашать с собой 8 развивающихся людей. Вот сейчас весенняя волна в Киеве, 21-22 мая. Если мы туда едем, каждый из нас, я плюс минимум 8 развивающихся людей, это могут быть люди в первой линии, это могут быть готовые директора, но давайте возьмем просто число 8 в голову. Из 8 обязательно 2 скажут. Это, например, да, по статистике 2 могут сказать, ну, буду продолжать пить воду и с меня
меня этого достаточно. Еще два скажут, я буду осознанным потребителем. Еще два скажут, ох, я попробую здесь состояться и буду потрясающими дистрибьюторами, проводниками на каком-то этапе. А еще два, входящие в эти восьмерку, скажут, я буду с вами на Мальдивах. И, как правило, из четырех мы можем получить первую и вторую категорию. Или первую и третью, или вторую и третью. Но из восьми мы четвертую категорию желающих единомышленников встретим обязательно. Поэтому домашнее задание – сотворить свою статистику. На ближайшее мероприятие я плюс 8 развивающихся участников. Друзья, так, что-то у нас зависло здесь сейчас. Друзья, успех – это наш с вами выбор. Успех не падает на голову. Может, знаете, как может упасть на голову маленькая удача в виде такой палочки опорной, чтобы мы эту палочку подхватили и собрали все свои силы, энергию, настрой и начали развиваться и действовать далее. Но успех – это наш с вами выбор. И чтобы успех приблизить, нам нужно быть на событии, потому что событие – это заявка на успех каждого из нас. Вы можете проверить это сами, друзья. И, в принципе, сейчас, мои дорогие, вы можете для себя отметить, где лежит наш успех в ближайшее время, где мы можем сократить время своего собственного успеха и выйти уже на достойный уровень жизни, на достойный уровень дохода и найти тех потрясающих партнеров, с которыми будем развиваться дальше. Первое, ближайшее, это 21-22 мая, здесь опечатка, 21-22 мая, весенняя волна в Киеве, это завершающая волна всех весенних волн, друзья, это апогей событий. Весенняя волна в Киеве, это будет собрание всего лучшего, что проходило за полгода, это будет все самое яркое, что было на весенних волнах. Это, знаете, как закрытие чемпионата любого, это тот день, на который билеты покупают заранее, за несколько лет. Регистрация еще идет, хотя я знаю не понаслышке, что мест достаточно мало. Места ограничены, я слышала, что некоторые даже не могут зарегистрироваться. Но я думаю, для жаждущего всегда найдется дополнительный глоток воды. Поэтому, друзья, воспользуйтесь весенней волной в Киеве. Мы уже там, уже не сами, мы продолжаем дальше работать под весеннюю волну, потому что, знаете, у события есть формула. Мы работаем под события. На событии работают за нас те люди, которые отдаются событию в это время. И потом событие работает на нас, потому что на событии наши гости, наши участники, наши люди самостоятельно принимают решение, что делать далее. И следующая дата, друзья, это дата для всех, для нас. Это потрясающий шанс каждому из нас увидеть, услышать компанию в лицо. Это самое торжественное мероприятие, о котором знает весь мир. 2-3 июля летний форум в Москве. Годовщина компании, которая показывает, где мы, ради чего и с кем. И сейчас, друзья, обещанный сюрприз. Я сейчас познакомлю вас с людьми, которые состоялись на событии. И буквально в течение 1-1,5 минуты эти люди поделятся с нами. Почему надо быть на событиях? Потому что эти люди также выросли и растут на событиях, как и мы. И первый человек, которого я хочу представить, это потрясающий молодой человек, бизнесмен с величайшим отношением к себе, к семье, к партнерам, к делу, к развитию. Его ювелирная трудоспособность восхищает меня по сей день, потому что этот человек может за один день делать столько действий, что мне, в принципе, даже не снилось. Прошу приветствовать серебряный директор компании Константин Зневской, город Светогорск. Две секунды, он сейчас появится.
Так, не появляется. Сейчас появится, появляется. Алло. Костя, говори. Видео появится. Да. Всем привет. Зовут меня Константин Зеленский. Поставьте, пожалуйста, плюсики, если меня видно, и если меня слышно. Да, пока еще не видно, но слышно. Все, супер. Я прежде всего хочу, конечно, поблагодарить предыдущего спикера Марину за ее потрясающую энергетику. Ту полезную ценную информацию, которую она нам дала. Прежде всего, друзья, хочу поздравить вас с прошедшими праздниками и с наступающими, конечно. Да, самым главным праздником это 9 мая. Пожелать вам всего самого хорошего, доброго и светлого. Чтобы все было тип-топ. Вот, смотрите, я обещаю вам сегодня, что я постараюсь вам передать часть своей энергетики и того видения, которое у меня есть. Времени крайне-крайне мало, а информации у меня очень много, поэтому я постараюсь вам изложить именно основу. Но для начала пару слов о себе. Если здесь есть те люди, которые меня еще не знают, кстати, поставьте плюсики. Те, кто меня еще не знает. По профессии я вообще инженер, мне 31 год сейчас. Я родился в семье рабочих крестьян, как я люблю всегда говорить. Вот. Но я очень сильно благодарен родителям, потому что они передали мне, воспитали во мне очень сильное качество лидерское. И я привык достигать всего самого лучшего в жизни. И, в принципе, это мне всегда и во всем помогало. Вот, занимался я продажами, я дошел за 1,5 года до ведущего инженера на очень крупном предприятии, а потом я работал на себя, потом я абсолютно осознанно пришел в сетевой бизнес, у меня был классный опыт 1,5 года, но меня ни к чему не привел, и вот следующая компания, это «Коралловый клуб», сюда я пришел за определенной личностью, за человеком, уважаю это человек реально с большой буквы, Анатолий Евсегнеев, супермен сетевого бизнеса, вот. И благодаря именно «Коралловому клубу», хочу сделать здесь вот именно акцент, реально изменилась моя жизнь. Я сейчас, конечно, не буду всего тут пересказывать, передавать, но вот прежде всего, конечно, это выход из зоны комфорта, а это вот, друзья, события. Вы знаете, как те события, которые были раньше в компании, они вообще в принципе не сопоставимы с теми событиями, которые есть сегодня. И вообще тот уровень компании, которая вот была, когда я еще пришел в августе 2014 года, и тот уровень, который я вижу сейчас, ну это просто как Земля и Луна, потому что если, например, в 1 июля 2015 года, когда внедрились абсолютно все новинки, да, то есть практически у нас новая компания, и это круто. И самое классное в том, что руководство, оно не просто там, да, заявило громко, оно еще все это уже на все 100% реализовывает. Мы видим все эти плоды и результаты. То есть наша компания, она такая перетрансформируется в бизнесовую такую компанию, переходит на лидерский уровень. Я реально много анализировал компаний сетевых. Я понимаю, что у нас реально крутая компания, элитная компания с элитным продуктом, потому что фокус именно вот воды – это та изюминка, которой нет ни в одной сетевой компании. И мы реально вот просто на высоте с этим продуктом, с этим фокусом. И более того, те инструменты, которые сейчас компания внедрила, это и выплаты, и премии, и маркетинг-план, то есть это все за best. Конечно, ключом к успеху является событие. Это неотъемлемая часть успеха вообще в бизнесе, потому что любое событие – это рост.
И на событии надо быть не просто самому, нужно быть с людьми и вывести максимальное количество людей. И то событие, на котором был лично я, вот в Москве, да, весенняя волна, и те события, которые я видел до этого, ну вот оно реально перевернуло во мне все, потому что я не знаю, во мне открылось какое-то другое такое мощное видение, я увидел, как далеко вперед, я настолько еще раз убедился вот во всех серьезности, да, во всех серьезных намерениях руководства компании, я просто понимаю, что все началось, все закрутилось. И если не приехать, например, на событие, то вы потеряете не там, 3 месяца там, до следующего события, а вы можете потерять целый год, вообще упустить и очень серьезно отстать. Поэтому, друзья, у нас, как Марина сказала, близится два события. Это Киевское, мощное событие, весенняя волна. И начало июля – это, конечно, форум. Это мега-событие, я уверен, что... Мало того, что там будет несколько тысяч человек с разных уголков мира, но там еще будет невероятная мощь и того, о чем мы даже с вами не подозреваем. Поэтому это именно вот та грань, где реально нужно быть и нужно быть с людьми. Если вы хотите по-своему стартовать и развить ваш бизнес, а коралловый клуб все это вам сегодня дает. Поэтому, друзья, будьте на событии. Не теряйте времени, прямо сейчас включайтесь реально в бизнес, прямо сейчас максимум экшена действий, да, и максимум людей, реально регистрируйтесь на события прямо сейчас и регистрируйте ваших людей, по максимуму сработайте. Я рад был быть с вами на связи, я хочу пожелать вам реально крутых побед в бизнесе и тем более с коралловым клубом. Вот. Успехов вам и всего самого крутого. Спасибо. Всем пока. Так. Спасибо, Константин. У нас тут немножко подвисает связь, но мы с ней разберемся. Друзья, сейчас я хочу представить вашему вниманию человека, которого я безмерно уважаю. С этим человеком я когда-то была на открытии нашего первого зарубежного региона. Поэтому я знаю этого человека очень хорошо, и то, как он ведет дело, как общается с людьми, как ценит каждую секунду, проведенную с партнерами в развитии, его отношения, его харизма, они, безусловно, ведут за собой успех. Это потрясающий предприниматель, профессиональный человек, за плечами которого есть результаты, серебряный директор компании из города Брянска Артем Мушинский. Прошу приветствовать. Ждем. Алло, добрый вечер. Как меня слышно? Пока не видно. Сейчас включим камеру. Так, видно меня. Всем добрый вечер. Сразу хочу присоединиться ко всем поздравлениям, которые звучали и еще будут звучать. Мы находимся сейчас в преддверии праздников. И... Я очень рад тому, что я могу поделиться каким-то своим видением, каким-то своим опытом. Я знаю точно, что меня не все знают. Мне сейчас 38 лет, я в двух словах о себе. 38 лет, 10 лет, которыми я уже развиваюсь в сетевой индустрии. Первый коралловый клуб для меня, вторая компания. Первая компания для меня была компания, всем известная, на слуху, компания, которая номер один в мире, наверное, вы уже все догадались. И, естественно, о сетевой индустрии я много слышал в традиционном предпринимательстве. И у меня всегда были сомнения, что я там могу поспеть, и вообще это серьезное дело, несерьезное дело. Поэтому мне много говорили, много рассказывали, что там есть успех, что там есть деньги. Но как-то вот не верилось. Пока я не попал на свое первое событие. Это событие было в Нью-Йорке.
которая меня запустила. Как уже говорила Марина, это и есть главное ключевое мероприятие. Это любое событие, любой семинар, даже маленькое событие, оно может включить вас в эту большую сетевую индустрию. И только на событиях вы можете принять решение состояться в этой жизни. На сегодняшний момент, что для меня мероприятие, это, конечно же, часть системы. Любое дело, оно строится по системе, и одним из шагов обязательств, которые я взял на себя за свою жизнь, ответственность, это, конечно же, мероприятие. Я не могу представить людей, которые бы состоялись в какой-либо сфере, в каком-нибудь предпринимательстве, я не знаю, как в виде спорта, если они не посещают мероприятия. Но это практически невозможно, это вообще невозможно. За 7 лет нахождения, даже за 8 лет нахождения в той компании, я побывал на разных событиях, от маленьких до сумасшедших больших, где присутствовало 30-50 тысяч человек. И все выступающие люди, все успешные предприниматели говорили одно. Они говорили, если вы пропустите хоть одно событие, то вы пропустили самое важное мероприятие в вашей жизни. Потому что это мероприятие могло поменять вашу жизнь. Именно там вы могли принять решение. Так это произошло со мной, так я поверил в сетевую индустрию. Так я стал зарабатывать первые свои деньги, потом большие деньги. Сейчас я, конечно же, развиваюсь в компании «Коралловый клуб». Естественно, мы стоим в стопах новой миллиардной компании, я об этом всем говорю, и это нам есть куда расширяться, нам есть куда развиваться. Вот. И компания все делает для того, чтобы мы использовали эти мероприятия. Что еще хочу сказать? Во-первых, как я уже сказал, это часть системы, это часть обязательств, это один из шагов. Второе – это праздник и своего рода отдых. Отдых от суеты, от быта, даже от семьи, где вы можете реально принять какое-то решение, погрузиться в себя, пообщаться с единомышленниками. И еще для меня событие – это, конечно же, кулуарное общение, где можно подойти к любому топ-лидеру и в неформальной атмосфере, в неформальной обстановке задать ему такой вопрос, который тебя беспокоит. Это очень здорово. И, конечно же, еще очень важно это для тех людей, которые во что-то не верят они. Вот не верят в компанию, во многие-многие вещи, которые им говорят о нашей индустрии. Это информация от первоисточника. Информация от руководства компании, информация от основателей компании. Это тоже очень важно, потому что компания для нас является определенным инструментом достижения наших целей. И очень важно, с кем ты идешь, каким ты инструментом работаешь. Поэтому обязательно на событиях есть руководство компании, есть там совет директоров и так далее и тому подобное, где это все можно услышать. И сейчас, конечно же, я думаю уже не только собой, я понимаю ценность и важность мероприятий, я уже думаю сейчас людьми, которых я могу взять с собой, дать им этот шанс, возможность увидеть все эти вещи, которые сейчас происходят у нас, с нами, на нашем рынке, и не только на рынке, а на рынке мира. И знаете, что еще хотел я затронуть? Это щепетильный вопрос, это стоимость этих мероприятий. Мы очень много говорим о том, что там надо быть, но мы четко понимаем цену этих мероприятий. Цена – это деньги, которые мы должны отдать, заплатить за то или иное событие. И я всегда говорю, что это вопрос приоритетов, вопрос, чего вы хотите. Я не думаю, что кого-то 3-5 тысяч рублей или 50-70 долларов сделают богатыми. Я не думаю, что вы обеднеете от этой суммы. Но только на секунду представьте, как может измениться кардинально ваша жизнь, если вы побудете на этом мероприятии и увидите, на этих событиях и увидите всю мощь и масштабность компании и тех людей, которые развиваются. Поэтому для меня, конечно же, мероприятие и события – это умение ставить правильно приоритеты. Это прежде всего вложение в себя, в свою голову, в свою личность, в свое будущее, в свою семью. Поэтому у нас есть два шикарных сейчас мероприятия. Это для
ребят с Украины и там ближайших районов. Это, конечно же, Киев, весенняя волна, сумасшедшее мероприятие. Поверьте, я был на событиях, ну, очень крупных, и такого настроя, такой вот энергетики я не видел нигде, как здесь. И, конечно же, это форум компании, это итоговое событие, это реально подведение итогов, что сделала компания, чему она идет, какие ставит цели. Поэтому могу всем вам только позавидовать, что вы находитесь, во-первых, на этом вебинаре, и слышите такие истории. И второе, это до встречи на наших событиях, которые организовывает компания, организовывает наша система. Поэтому всем пока, успехов! Спасибо большое, Артем, спасибо большое, Константин. Друзья, на этом мы завершаем наш вечер. Нам было приятно с вами быть вместе. Я думаю, что следите за событиями, за новостями. Мы открываем майские вебинары и ждем вас на событиях. Всего доброго, отличного вечера и приятного, правильного, мудрого принятия решений. Всего доброго, друзья.